8 вечера в Украине. Пора вам, наконец, узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Утопил честь в стакане. Где прячется чиновник Укрзализныцы после пьяного наезда на семью журналиста? Отравленные воды реки Остер. Кто спровоцировал экологическую катастрофу под Киевом? Нарушаете, вас снимают. Когда водителям ждать писем счастья с камер видеофиксации? Бедные родственники. Почему Польша прикрыла границу для украинцев? Еще один анонс. Резонансные события прямо в эти минуты происходят в Ривне. Буквально полчаса назад в город с экстренным визитом приехал генеральный прокурор Юрий Луценко и сразу же направился в здание областной прокуратуры. Там же, по нашей информации, находится и глава СБУ Украины Анатолий Грицак. В эти минуты они должны давать брифинг. Чуть позже на связь со студией выйдет моя коллега Инна Белецкая. Она расскажет о цели их визита. Прошу вас дождаться. Только намекну. Возможно, речь идет об очередном громком аресте и посадке. Последние две недели перед каникулами. Какие вопросы будут рассматривать депутаты за оставшиеся дни? Сегодня составляли повестку и договорились пока что только по одному вопросу. Снятие неприкосновенности с нардепа Онищенко. По другим вопросам грозятся блокировать трибуну и отказываются голосовать. Почему эффективность работы депутатов снова под угрозой? И у кого какие требования? Подробнее Ольга Рыцарь. Только съехались после двухнедельного перерыва и сразу бойкот. Одни фракции грозятся блокировать трибуну, другие и вовсе не голосовать. В Народном фронте требуют уже завтра первым делом снова рассмотреть закон о спецконфискации имущества чиновников режима Януковича. А еще снять неприкосновенность нардепа Олександра Онищенка. Народний фронт буде підтримувати обидві ці постанови. І ще раз хотів би сказати, що якщо не буде проголосована спецконфіскація, мы не будем голосовать за жодні рішення, потому что немає сенсу. Закон о спецконфискации уже несколько раз отклонял парламентский комитет. Там считают, главная опасность заключается в нарушении презумпции невиновности. Многие фракции документ откровенно называют лоббистским и несоответствующим европейским нормам. Поэтому его снова и снова переписывают. Зараз вийшли на узгоджений проект, і фракція буде голосувати за даний законопроект. Ми хотіли, щоб комітет Кожем'якіна розглянув цей законопроект найближчим часом. І наполягатиму на одне, щоб всі кошти, отримані від спецконфіскату, пішли на фінансування двох програм. Це армія і дороги. А пока закон о спецконфискации под вопросом, неприкосновенность Онищенко уже в повестке дня. Фракция «Батьковщина» определилась. Ее депутаты готовы поддержать решение регламентного комитета о согласии на привлечение к ответственности нардепа. Мы можем, власне, дозволить, чтобы не было инсинуаций и спекуляций, розглянути питання про зняття недоторканності, але всі інші питання розглядати не можна, доки не буде розглянути комплекс питань по зниженню тарифів. Сам Онищенко в минувшую п'ятницю в програмі «Чорне зеркало» на нашому каналі заявив, ждет не дождется, когда правоохранительные органы вручат ему подозрения. Это моя цель, моя жизнь – доказать свою правоту в суде. Я хочу, чтобы был открытый публичный суд, и я докажу свою невиновность. Это 100%. Просто я знаю больше, чем знают вот эти товарищи, которые живут в основном на популяризации, которые пришли там новые руководители и думают, как заработать себе новые медали и погоны. Будет ли Онищенко завтра в Раде, неизвестно. Он сообщил изданию «Страна», в Украину вернется ночью, а пока что в Австрии на соревнованиях. Незаконная добыча янтаря, вырубка лесов и снижение тарифов парламент меньше интересует, чем политические вопросы. Экономических законопроектов в повестке дня практически нет. 139 законопроектов, политические заявы, декларации, ратификации. Все как всегда. Мы считаем, что должен быть первый проголосованный закон 3793. Мы наполягаем на этом и получили запевнение главы Верховной Рады, что это будет внесено в зал. 3793 – это законопроект, согласно с которым дополнительные кошти от эмиссии идут на збільшення соціальних виплат, пенсій і зарплат бюджетників. Ми, як перша фракція, яка пішла в суд проти першого ще збільшення тарифів, ми вважаємо, що це питання не може стояти осторонь парламенту, тому що стало політичним. Ми вважаємо, що потрібно провести дискусії в парламенті. Якщо ми не приймемо закон 2706, який сьогодні потрібен для того, щоб теплоенерго не збанкрутували разом з водоканалами,
то ми не розпочнемо опалювальний сезон з будь-якими тарифами. До речі, про тарифи правники так говорять. Ці тарифи зупинять економіку України, бо збідніють працюючі. Решить все проблемы за две недели у депутатов, судя по всему, вряд ли получится. Что касается увольнений судей за нарушение присяги, депутаты пока только обещают, что полдня выделят на рассмотрение этого вопроса. А впереди каникулы до осени. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко. Подробности, телеканал Интер. Отменить новые тарифы на тепло и горячую воду. Оппозиционный блок подал иск в окружной админсуд столицы с требованием признать незаконным решение НКРЕ. Об этом заявил лидер столичной ячейки партии Александр Пузанов. По его словам, в два раза повышенные тарифы не соответствуют реальному уровню социально-экономического развития, а сама коммуналка будет превышать минимальную зарплату и прожиточный минимум. Единственный выход, считает оппозиционер, — перевыборы парламента. Блокпост во Львовской области. Дорогу прямо на границе с Польшей заблокировали местные жители. Сразу на 3 из 6 пунктов пропуска. Шегини, Краковец и Раворусской образовались многокилометровые очереди. Как с польской, так и с украинской стороны. Днем иномарка с польскими номерами попыталась прорваться через толпу протестующих и травмировала 3 человек. Один из пострадавших доставлен в больницу. Вот посмотрите, как это было. Активисты сообщили, что автомобилем управлял консуль Польши, который с детьми возвращался домой. Однако в полиции Львовской области такую информацию не подтвердили. Сообщили, что это был гражданин Польши, не имеющий дипломатического статуса. В Госпогранслужбе Украины пояснили, акция протеста местных жителей вызвана тем, что с 4 июля до 1 августа Варшава временно приостановила действие малого приграничного движения. А это значит, что жителям приграничных сел, чтобы попасть сейчас в Польшу, необходимо открывать визы. Особые меры контроля связаны с подготовкой и проведением в Варшаве саммита НАТО и Всемирных дней молодежи. К вечеру в очередях по подсчетам государственной погранслужбы стоят около 250 автомобилей. Громадянин Польщі намагався прорватися. В результаті один із місцевих мешканців отримав певні травми. Він доставлений до лікарні. І ще є інформація про якусь невеличку бійку між самими цими місцевими мешканцями, які блокують рух автотранспорту біля пункту пропуску в Шегині. Ситуація на даний момент залишається досить таки напруженою. Продовжується блокування шляхів перед пунктами пропуску Краківець, Раворуська та Шегині. Місцеві мешканці, які влаштували це блокування, вимог в загальному ніяких не висувають, окрім того, що прагнуть ходити до Польщі так, як це і було раніше. Паузу в упрощенном порядке пересечения границы с Польшей прокомментировали и в украинском МИДе. Говорят, на период приостановки действует обычное правило пограничной проверки. А приостановка связана с проведением саммита НАТО и Всемирного дня молодежи, как я уже говорил. Не пустила Польша к себе известную украинскую фолк-группу «От винта». Власти страны объяснили отказ угрозы общественному порядку и госбезопасности. 3 июля «От винта» должна была дать концерт в Варшаве, но выступление теперь отменили. Тревогу забили украинцы в Польше. Они считают, что кому-то очень хочется создать напряжение в отношении двух стран. И вот как ситуацию прокомментировал глава МВД Польши. Это сделали для обеспечения безопасности общественного порядка. Организатор этого мероприятия хотел перенести его из Перемышля в Варшаву. В контексте предстоящего саммита Североатлантического Союза и в контексте 73-й годовщины убийств на Волыни, совершенных украинскими националистами, я не согласен, что нельзя рисковать общественным порядком, за который мы отвечаем. На запрет отреагировало и украинское посольство в Польше, отметив, что украинская группа стала заложником эмоциональной истерии и ничем не обоснованных фобий. Дипломаты надеются, что такое больше не повторится. НАТО проведет встречу с представителями России сразу после саммита в Варшаве, а не до него, как планировалось раньше. Об этом заявил глава военно-политического блока Йенс Столтенберг. Сейчас с Москвой согласовывают точное время проведения переговоров, условия и повестку дня. На диалоге после саммита настаивали и представители России. Мол, им нужно время, чтобы проанализировать итоги встречи. Саммит НАТО в Варшаве состоится 8-9 июля. Там обсудят укрепление восточного фланга Альянса.
Совещание НАТО и России должно сыграть важную роль как форум для диалога и обмена информацией. Необходимо сократить напряжение и поднять уровень предсказуемости. Именно поэтому мы работаем с Россией, чтобы провести другую встречу вскоре после саммита, где прозрачность и уменьшение риска будут главной темой. Я напомню, что в рамках саммита в Варшаве Порошенко встретится с Обамой. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер». Беседа глав государств пройдет в формате двусторонней встречи. А о чем будут говорить лидеры Украины и США, пока неизвестно. Программа визита еще согласовывается и дорабатывается. Резонансное ДТП в Киеве. Пострадавшая семья известного украинского фотокорреспондента Максима Левина. За рулем машины, спровоцировавшей аварию, высокопоставленный чиновник Укрзалезниці. О том, как люди чиновника спасали своего шефа от освидетельствования, как ситуацию комментируют нацполиции и самой Укрзалезниці, со всеми подробностями Руслан Смещук. Резонансное ДТП произошло накануне под Киевом. Около 7 вечера руководитель отдела логистики и грузоперевозок Укрзалезниці Иван Федорко на Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автомобилем известного украинского фотокора Максима Левина. Он как раз возвращался домой со своей семьей, женой и тремя маленькими детьми. Свидетели аварии утверждают, чиновник был пьян и вел себя агрессивно. Да не фотографируйте, не надо. Я с вами рядом, не надо. Тихонько, тихонько. Я прошу вас, пожалуйста. В результате ДТП пострадал сын фотокора и еще сильнее его жена. У женщины переломы предплечья, ребер, сотрясение мозга и множественные ушибы. Вскоре после аварии Федорко попытался откупиться, утверждает Левин. Посмотрите видео. Нет, нет, все будет. Вы еще больше интересно. Слушайте, вы меня услышите сейчас? Вы не в трезвом состоянии, за это вы будете отвечать. А когда откупиться не удалось, Федорко начал отрицать свою вину. Вначале, по свидетельству очевидцев, на месте происшествия появился человек, который стал выдавать себя за водителя Audi. А позже, уже в Боярской больнице, куда Федорко отвезли на освидетельствование, его охрана отбивает чиновника у следователя. Полицейского заперли в палате, так и не дав взять кровь на анализ. Повертаюся, мені слідчий каже, що ось прибігли двоє охоронців, відштовхнули і силою забрали цього чоловіка. Коли брали безпосередньо кров на аналіз в лікарні у водія Audi, зайшли двоє чоловіків, вони силоміць забрали цього водія, відштовхнувши при цьому працівника поліції слідчого. І забрали водія, посадили його в легковик і вивезли з самої лікарні. Где же Федорко? Ближе к утру выясняется, он уже в другой больнице, в подведомственной Укрзалезниці второй дорожной клинике Киева. Там его полиция берет под охрану, чтобы не сбежал. Федорко Иван Петрович поступил до нас сегодня, 4.07, в 2.15 ночи с диагнозом гипертоничный криз. Выставили в нас три працівника охраны полиции, они находятся біля его палаты. Журналистов к чиновнику врачи не пускают. Ми зможемо з вашими пацієнтами поспілкуватися, аби підійти там, підзняти працівників поліції. Хворий зараз знаходиться в стані афекту, тобто він після стресу. А вскоре приходят новости из Укрзалезниці. Там одного из своих топовых сотрудников прикрывать не стали. Утром отстранили, а ближе к вечеру и вовсе уволили. Еще и пообещали сотрудничать со следствием и в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Вранці він був відсторонений від виконання обов'язків до з'ясування обставин. А на сьогодні вже є наказ про звільнення за підписом 5 членів правління, тому що ця ситуація, вона просто екстраординарна, виходить за всі межі. Укрзалізниця буде співпрацювати зі слідством в цій справі, звісно. Сейчас по данному делу открыто два уголовных производства. Создание аварийной ситуации с пострадавшими и оказание сопротивления полиции. Впрочем, как людям Федорко безнаказанно удалось отбить его у правоохранителей и помешать взять кровь на анализ? Вот как это прокомментировали в нацполиции. Самое главное, это то, что у полицейских должны быть больше права, чем у пьяных водителей. Еще я хочу сказать, что в парламенте у нас закон, который мы разработали вместе с патрульной полицией с депутатами Верховной Рады, который предусматривает серьезные, жесткие последствия по пьяным водителям.
Но, возможно, дело не в недостатке полномочий, а в неготовности их применить. Иван Федорко не последний человек в Укрзалезнице. Его называют другом и соратником уволенного год назад скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина. Его должность одна из самых хлебных, приносящих огромные теневые доходы, говорят журналисты, расследовавшие факты коррупции на железной дороге. Они были потрясены, посчитав, сколько практически безнаказанно зарабатывают подчиненные Федорко. Простой начальник железничной монтажной станции «Чорноморськ». Через него щодня проходить миллионы долларов. Насправді, с каждого вагона до 2500 долларов он щодня мав. І цих вагонів кілька сотень. Тобто можна порахувати, скільки за день збираємо цих грошей, скільки передає десь 70% на Київ, скільки в нього залишається. Там колосальні суми насправді. І до сих пір ці люди працюють, і до сих пір всі ці схеми знають, однак ніяких кроків не роблять. Возможно, общественный резонанс поможет правоохранителям расследовать это дело. Что же до пострадавшего Максима Левина и его семьи, их жизни вне опасности. Но предстоит несколько операций и длительная реабилитация. Руслан Смещук, Татьяна Овинникова, Ирина Романова и Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Сегодня ровно год, как в Киеве начала работу патрульная полиция. После этого новая структура появилась еще почти в 30 городах. Сегодня лучшие копы получили награды, а глава нацполиции подытожила победы и неудачи нового подразделения. Людей и машин не хватает. Коррупция полностью не побеждена. За год уволили около 200 полицейских. Законодательство хромает, заметила Хатия Деканаидзе. И проанонсировала, скоро украинцы увидят также обновленный полицейский спецназ и велополицию. С начала года, по-моему, звільнено с Киева там около 170 человек, если я не ошибаюсь. Но все равно у нас очень много вакансий, все равно не хватает людей. Вопрос, который беспокоит всех, да, почему бьются машины. Патрульная полиция и экипажи машины работают 24 часа. Они не стоят. И если вот если они, есть мобильная группа, конечно, как бы аварии, процент аварий больше, чем это было у ГАИ. А через пару месяцев на дороге страны вернется автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Пока новую систему тестируют. Камеры установили в Киеве, на улице Телиги и на трассе Киев-Одесса. За первые 8 часов работы уже зарегистрировано около 6 тысяч нарушений, сообщил сегодня во время презентации новой системы министр внутренних дел. По словам Авакова, пока протоколы нарушений водителям не рассылают. Отправлять письма счастья будут с сентября, когда дороги полностью обеспечат видеоконтролем. Деньги на это возьмут не из бюджета, заверил глава МВД, а у иностранных инвесторов. К нам уже в частном образом после принятия закона обратилось десятки компаний, которые готовы вкладывать сотни миллионов долларов взамен каких-то условий. Этот вопрос должен быть абсолютно прозрачным, как выбор техники, так и место расположения и принципы отчислений. В ближайшее время мы сначала проведем тендер, кого приглашаем, какой инвестиционный банк, а потом этот банк займется всей этой работой. Судить нельзя помиловать. Шевченковский райсуд столицы отказался начать судебный процесс по делу скандального экс-нардепа Олега Царева и вернул Генпрокуратуре обвинительный акт. Свое решение суд обосновал тем, что Царев не получил копию обвинительного акта. В материалах дела не было расписки с его подписью, а также не указано место его пребывания. ГПУ уже подала апелляцию. Напомню, Царева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Светит ему до 12 лет тюрьмы. Царев публично признавал аннексию Крыма и легитимность самопровозглашенной ДНР, а сам себя называл главой парламента Новороссии. Повернуто обвинувальний акт необґрунтовано і безпідставно. Особа перебуває у розшуку, особа не з'являється. Нам невідоме останнє його місце перебування. Саме тому законодавець і передбачив таку процедуру процесуальну, як заочне засудження. Ці процесуальні документи ми направляли його захиснику. Неделя потерь для боевиков на Дебальцевском направлении. После неудачной атаки на позиции армейцев 54-й бригады новые потери в командовании так называемой 7-й бригады наемников. Под Донецком был ликвидирован командир боевиков с позывным «Заря». Этой же ночью впервые за последнее время в районе села Луганское не рвались вражеские снаряды. С чем связано такое затишье, узнавала на передовой Ирина Баглай. Оружие всегда должно быть в готовности, хотя этой ночью бойцу с позывным «Ангел» и не пришлось его применять. Противник открывал огонь только из автоматов. Прорабатывают немножко территорию там перед собой пятачок, чтобы ДРГшки наши не лазили.
Это больше от испуга. Неделю боевики обстреливали наши позиции в районе села Луганского из ствольной артиллерии. Этой ночью она умолкла. Решаются только на видеонаблюдение. Беспилотники дуже багато цілу ніч висять в воздухе, то есть кружать, фотографують дуже активно. От диригени виходять, потому що ми їх тут трошки одучили від цього. Вони отримали пару разів по зубах. На передовую долетело известие. На той стороне у противника значительная потеря. Ликвидирован командир так называемой 7-й бригады террористической ДНР. Заря по паспорту Бушуев, полковник вооруженных сил России, занимал руководящие должности в ВДВ. О нем подробно написал украинский волонтер Роман Синицын, опубликовав садистские методы командования. Позже информацию о гибели Зари подтвердили сами наемники и российские СМИ. Бушуев подорвался на фугасе в глубоком тылу. Тем временем на передовой под Дебальцево деморализованных боевиков спешно меняют. У них провели ротацию, завезли свежие силы, то есть старых, которые тут были, убрали, а привезли новых, потому что у старых у них полностью моральный упадок, деморализация пошла очень сильно. Видно ж по ним сразу, вот потому как они прорабатывают свою территорию. После неудавшейся атаки боевики укрепляются и расширяют минные поля перед своими позициями. Используют подлые приемы, говорят военные, ставят мины без радиоуправления, а значит спустя год они могут сдетонировать даже от легкого прикосновения. В больших случаях ставится, к примеру, мина 80-я, в нее запал втыкается, веревочка, и не веревочка, а лесочка даже прозрачная. На нее еще могут накидать пару крючочков рыболовных, что ты идешь, цепляешься за штанину. Привет семье, как говорится. Влад и его побратимы из правого сектора уже третий год в зоне боевых действий. Это они вместе с армейцами отразили атаку боевиков и отбросили противника под самое Дебальцево. Теперь решили продолжить военную службу по контракту. Тут командир першого батальйону «Купол», за яким ми 14 років, ми його знаємо, ми його поважаємо, він бойовий офіцер. Ірина Багла, Сергій Дубінін, Руслан Терентьєв із Донецької області. Подробності телеканал «Інтер». Им нужен берег турецкий. Как отреагировали россияне на снятие запрета отдыхать на популярных курортах? Данил Русаков выяснял, как скоро на турецком побережье снова будет слышна русская речь. Чартерные рейсы из России в Турцию обещают возобновить на днях. Туроператоры уже ждут денежного урожая от продажи путевок, особенно в августе-сентябре. По словам владельцев бизнеса, сразу после того, как информация о снятии запрета появилась в СМИ, телефоны турфирм начали обрывать желающие отправиться в Анталию, Кемер и другие популярные курорты. По данным интернет-провайдеров, количество запросов на авиаперелеты по направлениям Анталия-Истамбул с начала прошлой недели увеличилось в среднем на 30% и 25% соответственно. Два основных рынка для Турции – это Германия и Россия. Германия рухнула на 60%, Россия на 96% за 5 месяцев. И в Турции в индустрии туризма полный крах, просто полный. Там закрываются многие, закрылись очень многие отели. Ну и вообще вся вот эта вот курортная инфраструктура в отсутствие туристов, она, естественно, функционировать не может. Сразу после ухудшения отношений между Россией и Турцией Москва ввела въездные визы, наложила продовольственное эмбарго, а также отменила часть авиационных рейсов. Но на прошлой неделе после переговоров Путина и Эрдогана лед в отношениях начал таять, и в российском правительстве заявили, введенные ограничения против Анкары снимут, но постепенно. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро телеканала «Интер». Шаг вперед и два назад. Результаты Брекзита, поразившие британцев, теперь могут оспорить в суде. Мало того, главный глашатай британского исхода подал в отставку. София Гордиенко продолжит. За 10 дней после референдума средний британец о Евросоюзе и участии в нем узнал больше, чем за все предыдущие годы, когда королевство было не просто частью этой структуры, а ее сооснователем. Еврооптимисты выходят на улицы и ищут евроскептиков для воспитательной беседы. Выходите на улицы с друзьями, коллегами, будьте активны, не сидите просто в интернете, возмущаясь, а общайтесь с людьми, попытайтесь убедить оппонента в том, что, может быть, их решение было ошибочным. 27 лет самый большой евроскептик Островов с отлично подвешенным языком мнение своего не изменил и не переставал агитировать за Брексит. Сегодня Найджел Фарадж вместо того, чтобы поддержать страну в минуты смуты, покинул пост лидера партии UKIP. Официальная версия такова. Обещание сдержал, Британию отвоевал, теперь пришло время отдохнуть. Я не смог бы достичь большего, чем уже сделано на этом референдуме, а потому, считаю, можно уйти из позиции лидера.
Странное дело, но от работы в Европарламенте, куда Фарадж ездит 17 лет, он не отказался. Возможно, для поддержания штанов Брюссель все-таки неплохо платит или чтобы не потерять политическую форму. Что ожидает Британию, не берутся подсказать даже самые смелые эксперты. И такое туманное будущее туманного Альбиона многих просто тревожит. Юристы, представляющие интересы ученых и бизнесменов, пытаются найти законодательную лазейку, чтобы оспорить результаты референдума. Они направили письмо в парламент с извещением о намерении подать в суд. В соответствии с британской конституцией процесс выхода из ЕС может запустить только парламент, а не премьер-министр. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. От создания европейского правительства до выдачи паспортов ЕС британским гражданам. Это в Евросоюзе обсуждают, как не допустить кризиса организации после Брекзита. Что предлагают в Берлине, что в Брюсселе, расскажет Татьяна Лагунова. С Великобританией пожестче, с британцами, которые хотели бы остаться в ЕС, помягче. Такую формулу отношений с Лондоном после Брекзита вывели немецкие политики. Социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, предлагают не бросать в беде британских граждан, которые живут в странах Евросоюза, особенно молодежь, и выдавать им паспорта по упрощенной процедуре. Давайте введем двойное гражданство для молодых британцев, которые живут в Германии, Франции или Италии, чтобы они смогли все-таки остаться гражданами ЕС. От туманного Альбиона, который в ЕС остаться не захотел, ждут быстрых действий. А именно формального уведомления о желании покинуть организацию, без которого, собственно, нельзя начать процедуру выхода. Пути назад, предупреждают, в Берлине не будет. Результат референдума однозначен, а принцип сначала торговаться, потом терпеть неудачу и сейчас цепляться не пройдет. Тем временем в Брюсселе думают, как сплотить единую европейскую семью после ухода Великобритании. Один из вариантов озвучил глава Европарламента Мартин Шульц. Он предлагает преобразовать Еврокомиссию в полноценное европейское правительство и поручить Европарламенту еще одной его новой палате, в которую войдут представители всех стран-членов Евросоюза, контролировать этот орган. По мнению Шульца, создание европравительства сделает процесс принятия решений более прозрачным и понятным для граждан ЕС. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. А вот теперь давайте узнаем, что же происходит в Ривне. Почему туда с экстренным визитом отправился генпрокурор и глава СБУ. С нами на телефонной связи Инна Белецкая. Инна, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, что тебе удалось узнать? Откуда такая срочность и засекреченность? Неужели полетели чьи-то головы? Да, в Рейнской области громкие задержания. Генпрокурор и глава службы безопасности Украины полчаса назад приехали заявить о раскрытии незаконного преступного формирования под руководством высокопоставленных правоохранителей, которые занимались незаконной добычей и обработкой янтаря, и проконтролировать ход операции. Сейчас обыск идет в кабинете заместителя прокурора области Андрея Боровика. По словам Юрия Луценко, он один из тех, кто руководил незаконной преступной группировкой. В эти минуты проходит 120 обысков по всей области, обыскивают и работников полиции в северных янтарных районах замешан и один из работников СБУ. Это, пожалуй, самое громкое задержание во всей янтарной истории. У нас была попередняя информация. Операция ретельно готовилась, спільно трьома відомствами ГПУ, СБУ, МВС. И удалось отримати в таємниці. Сьогодні, думаю, будуть ефективні обшуки і затримання. Також спеціальним транспортом підозрювані будуть доставлені в Київ. Зараз відбувається обшук у заступника обласного прокурора. Паралельно відбувається обшук у одного із колишніх, я так розумію. Ну, фактично, ще не колишні. Співробітника Служби безпеки. Це серйозний співробітник, який раніше працював на лінії К, потім працював по лінії контрозвідки, але він виявився дуже талановитим. І ці кашні старі привички дались йому знаки. І от він по лінії Служби безпеки організовував, так би мовити, кришування цього процесу і взаємодію з іншими правоохоронними органами. И вот сейчас мы находимся в центре Ривнова. Здесь обыск идет на предприятии, которое занимается оценкой и хранением янтаря. Это фактически монополист этой отрасли. Предприятие называется «Укртехнопостач». Это именно то предприятие, на котором Служба безопасности Украины в Ривновской области не могла провести инвентаризацию янтаря, который отдала на хранение. На обыске присутствуют Юрий Луценко и Василий Грицак. Я вижу, что хранилище открыто. Именно его осматривали глава Службы безопасности и генпрокурор. Янтарь, который здесь находится, планирует изъять и вывести в Киев. Также планируют поступить и со всеми, кого сегодня задержат. И по нашей информации только что стало известно, что обыски проводит и военная прокуратура.
Алексей. Действительно, резонансный визит, резонансное задержание. Инна, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты была единственным журналистом в городе, который успел осветить это событие и перехватить и генпрокурора, и главу СБУ, и получить их комментарии. Спасибо тебе за этот эксклюзив подробностей. Вы смотрите подробности, и далее в нашей программе говорим о таком. Бронированный Кива. Бывший наркоборец уверяет, что пережил покушение. Взрывные разборки. Под столицей чуть не пустили на воздух жилой дом. Праздник на улице автомобилистов. Машины БУ все же подешевеют. Президент подписал закон о снижении акциза на ввоз подержанных авто. На встрече с министрами и нардепами президент заявил, что внесет в документ вот такие изменения. Купить по сниженным ставкам акцизного сбора можно будет только один автомобиль и не старше 2010 года. Владелец авто должен пригнать его в Украину лично, без права перепродажи. Действовать долгожданный многими украинцами закон будет до конца 2018 года. В таком окончании в тщательном виде Верховная Рада планирует проголосовать за документ уже в ближайший четверг. Это по-честному. С боку президента, и с боку парламента, и с боку уряду, до речи, до людей. Это по-честному по отношению до держави. И до необхідності фінансування її видатків в умовах війни, яка не закінчена. Украинские химики заявляют о катастрофической ситуации на рынке отечественных удобрений. Уже второй год основные производственные мощности отрасли простаивают. В то же время предыдущее правительство активно лоббировало интересы иностранных поставщиков удобрений. Например, несмотря на санкции, в прошлом году импорт удобрений из России вырос почти в два раза – до миллиарда долларов. Без помощи власти десятки тысяч работников отрасли могут попросту остаться без работы, а Украина потерять позиции на мировом рынке, утверждают производители. Подробности готовят специальный репортаж на эту тему. 408 тысяч гривен. Именно на такую сумму антимонопольный комитет в Хмельницкой области оштрафовал заправки компании «Укрнафта». Причина – антиконкурентные действия. Компании «Укрнафта», «АЯС» и «ТК Фара» в первом полугодии 2015 года одновременно повышали или понижали цены на дистопливо, причем на одну и ту же сумму. В антимонопольном комитете считают, что такое поведение нефтетрейдеров могло ограничить конкуренцию на рынке. Напомню, государству принадлежит половина акций «Укрнафты», а группе «Приватбанк» около 42%. В Херсоне ночью обстреляли кандидата в нардепы Илью Киву, того самого скандального полицейского, который еще недавно возглавлял департамент нацполиции по борьбе с наркопреступностью. По словам самого Кивы, на него было совершено покушение, его авто расстреляли из автомата Калашникова, а он, как настоящий рейнджер, стрелял в ответ. Все подробности давайте узнаем у Кирилла Ющишина. Он побывал на месте происшествия. Перестрелка произошла около отеля «Затерянный мир» в центре Херсона вчера после 10 часов вечера. Киева ехал на автомобиле «Лада» белого цвета, остановился перед воротами парковки. Именно в этот момент по нему начали стрелять из автомата Калашникова, рассказывает потерпевший. После этого Киева выскочил из машины и сам открыл огонь в ответ. Мне пришлось отстреливаться из своего наградного оружия. Впоследствии в мою сторону полетела граната. Вот, соответственно, ну, вот, по всей видимости, там, то, что я открыл огонь в ответ, это сбило немного нападавших. В полиции говорят, нападавший стрелял со второго этажа недостроя. После разрыва гранаты злоумышленник скрылся. Сам Киева утверждает, что это было спланированное покушение. Ведь сейчас он баллотируется в депутаты на досрочных выборах по 183-му округу, это рядом с Херсоном. Покушение также пока основная официальная версия полиции. Полиция Херсонщины расследуется замах на убийство одного из кандидатов по 183-му округу. Наразі на месте пригоди працює слідча оперативна группа. Эксперты вилучаються все доказы скоєного злочину. Мы пообщались с общественными активистами Херсона и местными политическими обозревателями. Все как один скептически настроены и не исключают, что покушение было срежиссированным. Но отказываются комментировать произошедшее на камеру. Не хотят связываться с Кивой, который известен тем, что то и дело лезет в драку. Вот, например, одна из последних историй. Илья Кива на встрече с избирателями избил охранника общежития. Полицейские, которые присутствовали на этой встрече,
Киви не препятствовали, а просто наблюдали за тем, как он явно нарушает закон. Ну а что касается новой истории с якобы покушением, столичные эксперты сомневаются в ее правдивости. Прием избит и затаскан, когда настоящие или фейковые покушения использовались для привлечения внимания, для раскрутки того или иного политика. Неподвижная машина у ворот, идеальная мишень. Тот, кто держал в руках автомат, прекрасно знает, во что может превратить стоящий автомобиль АК-74 за пару секунд. А тут все более-менее гладко, аккуратно, такое ощущение, как будто и автомобиль пощадили. Автомобиль, в котором ехал Илья Кива, ему не принадлежит. Номер авто зарегистрирован на его бывшего подчиненного в департаменте по борьбе с наркопреступностью. Выборы в 183-м округе назначены на 17 июля. Для агитации осталось еще 2 недели, и, как видим, накал страстей возрастает. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности, телеканал Интер, Херсон. Взрывы прогремели ночью в столичном районе Бортнича. Неизвестные бросили во двор частного дома, предположительно, 2 гранаты. Как все было и чего теперь ожидать местным жителям? С места событий Геннадий Вивденко. Район Бортнич и самая окраина столицы застроен в основном частными домами. Вот в один из таких частных дворов и были брошены боевые гранаты. Местные жители не на шутку напуганы. Ближе к 2 часам ночи. Один вибух був здоровий, дуже. А так ні людей, нічого ми не бачили. Важливо те, щоб знайшли того, хто це зробив. Полиция прибыла быстро, однако задержать никого не удалось. К счастью, в результате взрывов никто не пострадал. Осколки лишь поцарапали фасад здания и выбили 2 окна. Сами хозяева дома комментировать произошедшее отказываются. Не надо, не хотим, не надо наши лица, дети, не хотим. В полиции полагают, что это были так называемые наступательные гранаты РГД-5. Дальность разлета осколков до 30 метров. Вероятно, поэтому и разрушения не такие значительные. Слідчо-оперативна група ретельно оглянула місце події, а відтак вилучила металеві осколки і частини від запалів, імовірно, до гранат РГД-5. Поліцейські поки кваліфікують ночне бомбометання як хуліганство. Злоумисленникам може грозити до 7 років заключення. Зараз слідчі проводять опрос сусідів, не бачив ли хто на днях когось підозрілого. Тут в основному частний сектор і чужі звичайно не ходять. Геннадій Вівденко, Вячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Почти все мариупольское направление находится под плотным огнем противника. За минувшие сутки в результате артобстрелов там был ранен один украинский солдат. Боевики всю ночь били из крупнокалиберных минометов и САУ. Жарче всего было под Марьинкой и Широкиным. Станислав Кухарчук с линии фронта. С самого утра когда-то курортный поселок Широкино встречает густым дымом. С ночи здесь горит сельский дом. Он был едва ли не единственным уцелевшим за 1,5 года боев. Но вражеская мина разрушила и его. Оборону вокруг Широкино держат морские пехотинцы. Накануне у них был профессиональный праздник. День военно-морского флота Украины. Ребята шутят, получили от наемников 120-миллиметровые подарки. Боеприпасов не жалели, били почти всю ночь. От души вчера насыпали. Порядка часов 3 там летело все, что хочешь по нам. Это только сюда, чтобы не считая то, что по Лебединскому нормально самоходами отработали. Здесь минометы только стреляли. Самоходки, походу, были там нацелены на 3-ю роту мою. Пацанов поздравляли, ну, чтобы всех сразу. Но вот только ответить на это приветствие было нечем. С досадой говорит морпех Игрек. Из своего старенького дышака он может простреливать участок до 3 километров. Из автомата и того меньше. А вот артиллерия боевиков находится на удалении 6-8. Вчора снайпера работали, минометы, СПГ, все, БМП в них даже была работа сюда, да. Ну часто, почти каждый вечер так и серенады у нас начинаются. Наш разговор с бойцом перерывает тревожная новость по рации. Для пулемета «Игрека» нашлась работа. Напротив нашего опорного пункта у боевиков непонятное движение. Боевики ведут огонь практически по всему мариупольскому направлению. Их артиллерия последние дни активизировалась не на шутку. Наши связывают это со свежими поставками боеприпасов противнику. Проводят обстрелы переважно в ночи, когда спостережная миссия БСЕ не имеет возможности особисто фиксировать застосування цього озброєння.
Але по факту наші військові постійно передають дані по обстрілам з вказанням координат і куди саме вони здійснювались. За минулу добу по житловим секторам враження не було. Но в штабе оперативно-тактической группировки Мариуполь не исключают. С целью провокации наемники могут нанести артиллерийский удар и по жилым кварталам. Такое уже не раз бывало. Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Экологическая катастрофа под столицей. Река Остер, чьи воды, среди прочих, попадают в краны киевлян, отравлена. Она пенится от химикатов, поверхность покрыта мертвой рыбой, местные жители задыхаются от смрада. Почему вода стала мертвой? На инспекцию выехала Елена Механик. Вот она, река Остер. Еще несколько дней назад это было райское местечко для рыбаков, и местные детворы купались тут с утра до ночи. Но теперь здесь не то, что окунуться нельзя, тут дышать нечем. У нас катастрофа, если уже всем известно, у нас катастрофа. Ее огород теперь в центре экологического бедствия. Его затопило черной речной водой. Когда в воду заходишь, выходишь с таким едким запахом, и колер шкиры стоит, как у шахтаря. Местные в панике. Неладное в Козельце буквально почуяли еще на прошлой неделе, с четверга на пятницу. В хате стоял такой едкий запах сиры. В поселке рассказывают, вода чернела прямо на глазах. Мертвая рыба в считанные часы покрыла всю речную гладь. Она напоминает кока-колу, а не воду в речке. Видите, что тут делается? Ну и запах камера не передаст. Люди жалеют, что после того, как побывают біля водоймища, то болит голова, на рвоту тянет. Спілкуючись з мешканцями сусідніх районів, люди говорять, що почалося це все ще десь в Ніжинському районі, в селі Крути, що там якийсь викид був. А вот местные врачи в поселке уверяют, все в норме. Но здешним активистам уже известно о пострадавших. Сьогодні їх пухирі на тілі. По неофіційним даним, у нас інфекційними відділеннями теж хворі. Так, звісно, що влада замовчує дану ситуацію, бо не хоче розголосу. Госадміністрації тільки розводять руками, мов, самі не в курсі, що да як. Говорять, екологи проби взяли, результат буде тільки через 20 днів. Якщо вона від задухи, як нам кажуть екологи, від нестачі кисню, то це одне питання, це не загрожує нічим, але ж впевненості такої нема в нас. На 100%, що від нестачі кисню. Тому утилізовуємо цю рибу. В річці по-прежньому повно не тільки мертві риби. Полуживі раки самі лезуть на берег. А що ви набираєте воду? Ні, рака. Раки збираємо. Ось бачите, зараз приїхав чоловік, ось його сачок, ось він, ось його відро. Людина планує ловити рибу. Власне, такі люди були вчора, були сьогодні. Оце вони ловлять. І я так гадаю, що на продажу. Бо людина в здоровому глузді, вона цю рибу вживати собі і годувати свою сім'ю не буде. Місті активісти вирішили не чекати 20 днів офіційного відповіду екологів і самі відправили воду незалежним експертам. Відзвонились буквально з півгодини назад. Вже було їм наказ зверху. Не давати офіційних результатів по аналізу води. Ми просто навіть в телефонному режимі розказуємо, яка візуально є вода. Експерти зразу кажуть сходу. Це перевищення аміаку. Поки ж в Києві виясняють, що робити з рікою в Козельце, в поселці всерйоз беспокоїться о самій столиці. Остер впадає в річку Десна. Це від нас 70 кілометрів від Деснянського водозабору, звідки кияни використовують питну воду. І ви думаєте, вже воно дійшло до Одеси? Ну, я думаю, якщо не це, то до вечора точно дійде. Єлена Механік, Андрій Костюк. Подробності. Телеканал Інтер. Экологическая мина замедленного действия заложена и в Криворивне на Гуцульщине. Здесь находится огромная нелегальная свалка. Кто вывозит мусор в село Музей, выясняли наши корреспонденты. Кто только не жил в Криворивне в свое время. Михаил Грушевский, Иван Франко, Михаил Коцюбинский. Теперь в их домах музеи. Именно здесь Коцюбинский написал знаменитую повесть «Тени забытых предков», а Сергей Параджанов ее экранизировал. Самое найкраще, можно сказать, село на Верховенщине. Это мальовниче, красиве, куди приїжджають тисячі туристів відвідати наше село. Не тільки музеї, але подихати нашим повітрям гірським.
А по соседству от музеев еще одна, так сказать, достопримечательность. Именно сюда, на берега Черного Черемоша, свозят мусор со всего района еще с конца 80-х. А недавно коммунальщики прорыли канавы, через которые инфильтрат стекает прямо в реку. Ну, самі бачите, во, ну, оце все, во. І тут багато людей, котрі проживають нижче, вони ж мусять стирати, мусять їсти, варити. Через пів метрів тут взагалі біда униз іде. Там далі, там тут так би... Стікає у Чаремош. Усе йде в Чаремош, отут, у нас, у Карпатах, де люди хочуть віддихнути нормально, а люди, наоборот, труються пусті. Від 2 до 6 машин, і це ви розумієте, що це нема чим дихнути. Та це є наше мальовниче село. Количество мусора, которое накопилось за 30 лет прямо в сердце Карпат, просто шокирует. Вот так сегодня выглядит полигон с высоты птичьего полета. Люди рассказывают, неоднократно обращались к местным чиновникам, чтобы те приняли меры. В районной администрации обещают, полигон закроют через год. Мой паспорт, так само, как и все полигоны. Але разом з тим він потребує рекультивації. Нами зараз розробляється проект, він на стадії вже виходу. Порядка 95% проекту готовий. В конце июня в Криворівню приїхала делегація із Верховної Ради на виїзне засідання комітету по вопросам культури і духовності. І пообіцяли селу статус історико-культурного заповідника під відкритим небом. Та туристи теж кажуть, що це ганьба, це ж не краса Карпат. Так. Отут дочки смікізвалищі зробили. Я надіюся, що якщо здадуть статус, то значить закриють уже і цей смікізвалищ. Самое удивительное, говорят жители села, что нардепы факт существования мусорного полигона проигнорировали. Мол, мусор – это вопрос сугубо хозяйственный. И к духовности и культуре отношения не имеет. Татьяна Овинникова, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности, телеканал «Интер», Ивано-Франковская область. Быть телеведущим, оказывается, опасная профессия. В прямом эфире польского телевидения моя коллега чуть не лишилась руки из-за фокуса с гвоздем. Почему трюк не удался и чем все закончилось, смотрите далее в нашем коротком обзоре. Хобби пожилого британца может стать причиной развода после 25 лет супружеской жизни. Эндрю Нокс почти 10 лет тайно от жены танцевал на пилоне. Все эти годы 52-летний мужчина боялся осуждения. И не зря жена все-таки нашла коробку со спецатрибутами. Сексуальные шорты и диски с курсами пол-дэнса буквально шокировали супругу. Не помогла даже демонстрация благоверной мастерства Нокса на пилоне. Жена требует от мужа бросить хобби, иначе развод. Опасный фокус. В прямом эфире одного польского телеканала Мак ранил ведущую, выполняя не раз отрепетированный трюк. Он спрятал в одном из бумажных пакетов деревянную подставку с торчащим гвоздем. Перетасовал пакеты, по одному из них хлопнул рукой, а другой предложил проверить телеведущий. Но гвоздь, который по замыслу фокусник должен был незаметно убрать, пробил руку Мажени Рогальски. Ведущая на больничном и вернется на работу только через месяц. Уникальная находка в Китае. Археологи обнаружили кость Будды в Нанкине. Фрагмент черепа легендарного основателя буддизма, индийца Сиддхархи Гаутамы, хранился внутри 5 ларцов. В каменном сундуке был железный ящик, внутри которого был спрятан деревянный, который скрывал серебряный ларец, и самый маленький золотой, где и находилась реликвия. О том, что кость принадлежит Будде, свидетельствуют надписи, выгравированные на каменном сундуке. Вентилятор, пакеты для мусора и коробка. Из таких подручных средств китайский студент смастерил дыхательный аппарат, защищающий от пассивного курения. А все из-за соседей по общежитию, которые обожают дымить в комнате. Парень даже выложил фото своего изобретения в интернете. На голову он надевает коробку с отверстием и закрепленными пакетами для мусора. С другой стороны, они соединяются с вентилятором в форточке. Эта несложная конструкция, по мнению изобретателя, позволяет дышать более-менее чистым и охлажденным воздухом. В Южной Корее, как на конвейере, клонируют собак. В специальном фонде под названием Biotech Research всего за 100 тысяч долларов любому желающему искусственно создадут пса, если надо, даже несколько его копий. Главное – сохранить образцы ДНК. Клиентов хоть отбавляй. Их имена в сеульской клинике не особо разглашают, но утверждают, это коронованные особы, миллиардеры и звезды шоу-бизнеса со всего мира. За 10 лет в клинике уже клонировали 800 собак. 240 лет независимости отмечают сегодня США. Как празднуют этот день в американской столице, расскажет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко.
Как раз в эти минуты в Вашингтоне продолжается традиционный парад, посвященный Дню независимости. Он начался час назад, продлится еще около часа. Наблюдать за ним по традиции вышли тысячи людей, которые выстроились на тротуарах вдоль авеню Конституции. Это в самом центре столицы. В параде, кажется, принимают участие все. От людей в костюмах 240-летней давности, когда как раз и была подписана Декларация независимости США, до гимнастов, пожарных, учеников школ из разных штатов и даже Мисс Америка 2016. Парад — это лишь часть празднования мероприятия по случаю Дня независимости. По всему городу весь день увенчает их вечерний салют. Все торжества посвящены событиям 4 июля 1776 года, когда британские колонии в Северной Америке приняли Декларацию независимости от Великобритании. Кстати, как раз в этой декларации впервые были использованы слова «Соединенные Штаты Америки». Естественно, сегодняшние празднования сопровождаются усиленными мерами безопасности. В этом году они, пожалуй, серьезнее, чем обычно, чем в предыдущие годы. И это неудивительно. После взрыва в аэропорту Стамбула в США опасаются повторения подобных атак в американских городах. Глава ЦРУ Джон Бреннан об этом на днях заявил прямым текстом. Дескать, было бы удивительно, если бы террористы не попытались осуществить такие атаки в Соединенных Штатах. Ну а потому сотрудники полиции и других служб бдительно следят за ситуацией. Ведь на улицах сегодня, как вы видите, очень много людей. Впрочем, туристов, кажется, больше, чем жителей Вашингтона, которые уезжают за город, устраивают пикники или барбекю у себя дома. Тихон Зитко, Сергей Ременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Вот так, для кого-то радостно, для кого-то очень непросто началась новая неделя. Спасибо, что смотрели подробности понедельника. Завтра увидимся.